Ого, у нас сегодня в гостях настоящий стоматолог. Да, привет. Сегодня я тебе расскажу о молочных зубах и как важно о них заботиться и их лечить. А зачем? Они же все равно потом выпадут, и у них нет корней. Да, конечно, в чем-то ты права. Молочные зубы когда-нибудь выпадут. Но дело в том, что у молочных зубов также есть самые настоящие корни, и в этих корнях есть самый настоящий нерв. И если о них не заботиться, и они выпадут слишком рано, тогда постоянные зубы, скорее всего, вырастут неправильно. Ага, молочные зубы – это как бы каркас для постоянных зубов? Вот в этом ты точно права. Действительно, молочные зубы удерживают нашу челюсть и позволяют ей расти. И благодаря именно молочным зубам ты правильно разговариваешь и правильно пережевываешь пищу. Поэтому очень важно о них заботиться и беречь их. Так если заботиться о молочных зубах, то у меня будут крепкие постоянные зубы? Конечно, и не только. У тебя еще и будет ослепительная, замечательная улыбка. Так что помните, что о молочных зубах надо заботиться, и тогда у вас будет красивая улыбка, и зубы у вас будут здоровыми.